Да, вот, друзья, по такому-то снегу. Это только я могу. Так, давайте туда переберемся. Вот вроде поле капустное. Так-то следа нету. Если даже ночной, то замело его. Нет, он сейчас по кустам будет. Видать. Вот какой-то след, но черт его тут разберешь. Там натоптано. Тут все истоптано. Да, был тут заяц. Куда ж ты спустился? Опа. Ах, нет. Тут не забраться. Ладно. Там что-то на той стороне, но это усиленный, кто делает. Следа тут нету особо. Ну все, что-то прогуляться. След весь вот через этот ручей туда идет. Где кусты, но там поле. Да сейчас суваться смысла нет. Идет, идет. И ветер прилично стоит. Метров 6-7, если не больше. Еще следок. По краешку прям. Да. Это, конечно, я выбрался. Вон внизу идет. Следы идут. Свежие. Там натоптало. Сейчас, ладно. Да, причем топтал по оврагу, что ли, поэтому пройтись. Это ладно, на обратном пути можно по оврагу будет пройти. Сейчас туда, до этой бухты дойду, гляну. Сейчас в низине спущусь, хоть потише. А тут-то натоптал как. Вон внизу. Сейчас аккуратненько. Все истоптано. Ха. Мостик даже какой-то. Малышки. Вот он. Топтался. Да, и наверх туда пошел. Ладно. Да, тут лед такой, что можно и провалиться запросто. Ух ты, здесь тоже он ходил.
во врагу ходил. Да, тоже не дурак. Где меньше снега, там и ходит. А на реке-то, на этой речке, лед встал. Он по льду теперь перебирается. Запросто. Ну да, тут еще, видать, рыбаки были. Вон, все истоптано. А, тут вот такая мини-ферма. Вон она. Сейчас прямо вот сюда выйду и посмотрю. Они бывают таких вот, любят сидеть. Это все капустные или морковные поля. Не-а. Тут тишина. Это сортир. Да. Туалет типа сортир. Висит. О, шалашик. Такой засидка прям. Ну, речка. Здесь на утку сидят. С одной. Сюда выберусь. Вот. Ну надо же. Фермеры. Да, фермеры тут живут, жили. Засеивали. Следа нету. Сейчас туда вот дойду, смотрю. Хочу туда сходить. Нет, какой-то следок есть, но это не заячьи, это копыта. Это косуля. Интересно, косуля потом туда что ли уходит? Туда какие дальше? Ну там и заповедник, там лес. Косуля-то может куда угодно здесь спрятаться. Ладно, нам эта косуля неинтересна особо. Вроде ветер подстих. А, тут вот так даже переправа есть. Интересно, тут он переправа, мостик. Такой мосточек вот. Да. Там тоже натоптано все. Следы такие-то свежие. Можно, в принципе, по реке сходить, в низине посмотреть. То есть тут-то наверху все. Еще вот сюда не ходил. Так. Для проформы. Гуляемся. Не бывает, такие вот они забиваются. Места.
стоит. Все-таки там потише будет. А вот в начале января-то приезжал, льда не было. Сюда с напарником ездили. Ну не сюда прямо, но в этот квадрат, в этот район. Чем не Лёшка? Все, да? О, смотри, лед. Вот прям ручей течет. Еще не провалиться бы туда. Опа. Хорошая лёжка такая для зайца. Смогу бы здесь лежать, долежать. Так, я смотрю, еще птичьи какие-то следы тут. Да. Но это не свежий. Если бы он тут был, уже поднялся бы. Это что-то сюда идет. То ли косулины опять, что ли, следы. Похоже, косулячие. Но тут вообще натоптано, конечно, очень. Туда идет дальше. Вот оттуда, я смотрю, тоже спускался сюда, ходил. Ага, смотри-ка, промоина. Туда не попасть-то. Сейчас по краю пойду. Это уже подзамело. Это он где-то рано с утра, наверное, тут прохаживал. Вон, ну может и она, косуля. Спускалась. Уже не свежий след пошел. Ну вот еще один след зайчий. Оттуда шел, сюда спустился. Тут что-то потоптал, покрутился здесь. Ну, наверное, сюда попить ходил. Они все к воде сюда идут. Дальше-то куда они уходят? Вот оно, видимо. Сейчас туда до зарослей дойду тогда. Вон туда посмотрю.
Да, он протопал. Сюда протопал, да. Вот он. И там натоптал. Дальше-то куда, интересно, он сюда прошел. И все. Ха, интересно. Куда-то он скидку что ли сделал. А куда? Вопрос интересный, да? Замело. Замело. Так, ладно. Вот это интересный заяц. Прям прошел сюда вниз. Да, тут вот ходить хорошо, тут спокойно, но не факт, что тут заяц сидит. Ветра тут нету и идти приятно. Снежок так плавно ложится, хорошо. Опа, а тут уже хрустит. Хе, опасно. Так, вот еще след. Вот еще след, и наверх что ли? Туда. Да, вот так вот он сюда пошел. Здесь его нет. Наверх подниматься неохота. След туда уходит. Чего ему здесь-то не сиделось? Вот он сюда пошел. Коротенькие такие. Ага, и все. Тут уже намело. Это кукуруза, что ли? Нет, тут уже все. Мог в кукурузу уйти. Хотя даже скидки-то не видно. Замело. Тут наверху хорошо заметает. Я забрался, конечно. Мягенько, хорошо как. Туда в кусты уже. Смысл-то идти. Ладно. Да, сюда ходил, наверх ушел туда. И все. На этом. Обратно пойду, да, там речка дальше тянется. Здесь смысла нет ходить. Вот оттуда он спускался тоже. Пить ходил. А здесь низина, снег не так сильно ложится, и след более заметен. Но это мог быть утренний такой, ранний. Да, и тут он накрутил прилично, заяц. Да, друзья, сейчас такая погода, что мы с вами, наверное, мало чего натропим сегодня. Так вот ходит заяц.
на водопой сюда, вот на речку. Все вот так вот идут следы. Оттуда вот идут, оттуда, с того поля. Ходят туда пить. Но так вот явно лёжек я не находил. Места такие, конечно, спрятаться можно. А вообще, сейчас температура воздуха около нуля вообще где-то. Ну, где-то минус один, может быть. Максимум минус два. Ветрено. Сейчас ветер немного стих. Но с утра вот я сюда ехал, ветер был, ну, метров 8 в секунду. Это просто по полям ходить все занесло. Это, ну, по яйца, как говорится, снега. Тяжело ходить. Вот. И сейчас я также иду вдоль этой речки. Лед встал, но местами, вот видели, есть такие проталины. Аккуратненько иду. Посмотрю туда дальше. Заяц есть, след есть. Я бы на его месте бы прятался где-нибудь не вот в самом низу, вот где-то, а может быть наверху по кустам, потому что сверху-то обзор лучше, а ему обзор тоже нужен. И сидел бы в крепи, вообще не шелохнувшись. Зачем ему подниматься в такую погоду? Это только мы, охотники, можем вот так вот раз соскочить и почесал по снегам лазить. Выходной день. Ну ладно, сейчас я передохну немножко, да дальше пойду по этой речке. Ну красота вообще, снег белоснежный просто. Тишина, спокойствие, никого нет, праздники закончились. Одно удовольствие вот так вот ходить. Да, я вот оттуда спустился, а сейчас вот туда пойду, вот к тому мостку. Пролезу там. Кстати, такая прям нора какая-то под корягой. И след здесь есть. Глубоко туда идет. Может, и лисья нора. Ага, такая прям туда, под низ идет. Запросто. А может тоже ходить, да? Здесь тоже натоптано. Ну, вроде ж не заячий след. Такой. Опа, трещит. В серединке не пойдем. Пойдем здесь, тут мосток. Суля ходила. Да. Но это косуля ходила. Вот такой след-то крупноватый. Тоже. Ага, там ручей слышно. Ну вот интересно, все-таки будет он где-то по берегам находиться. Так что вот тут след
такой. Подняться, что ли, посмотреть. Оттуда я пришел. Нахожено. Будь здоров, как нахожено. Здесь такая прям жировка была. Труба. Может, и там сидит. В такой трубе-то. О! Труба глубоко уходит как. Ничего себе, эхо. О! А? О-хо! Хо-хо-хо-хо! Эхей! Эхо! Ха! Здорово! Поговорили с эхом. Отлично. Интересная труба. Куда же она там тянется-то? Эх, ладно. Не, ну если заяц, то это такая прям... Такой жировочный след. Вот еще труба какая-то. И тоже все истоптано. Что за след-то такой? Может и лиса, кстати. Может и лиса. Запросто. Ну, на лесу-то у меня тоже путевочка имеется. Точнее, в путевочке леса прописана. Так что, да, вот моча, жировка. Жировка лиси, скорее всего. А это что? А это конструкция трубы соединительной. Так. Да, не тут-то было. Не тут-то было. Опа. Скользко. Ну да, тут поле. Все, что здесь? Здесь поле. Тут все заметено. Тут у нас с вами поле, друзья. Ива старая, обалдеть, ствол толстенный, с ума сойти. Да, такая прямо раскидистая, двойная красота. Где ж ты заяц-то сидишь? Вроде же должен он тут быть где-то. Скорее всего уходит. Все-таки он уходит либо к домам туда, либо к лесу, на пойму Оки. Вот, а туда сейчас просто физически не пробраться ни на чем. Не, ну только если на снегоходе. Куда он на дневку вот уходит? Где там уши торчат? Снег сюда сыпается.
Опять ветер поднимается такой приличный. Да, прямо оттуда. Сейчас опять пурга пойдет. Так, а это что? Мелкие. Куропатка, наверное. Да, похоже, куропатки. Мелкий такой след птичный. Куропаточный. Ага. Как сюда вот на поле лезешь, так сразу ветер. Ух ты, это вот я до того самого кукурузного поля дошел, получается. По речке. Ага. Фу. Так это тут заяц-то может в кукурузе сидеть. Да уж. Ладно. О, прямо трон кожаный. Сейчас мы тут присядем. Ой, хорошо как. Прям на диванчик. Так-то можно здесь вообще привады на лесу сделать. Ну ладно, отдохнули малек на этом троне. Можно и дальше идти. Точнее, я думаю, что надо бы уже сворачиваться. Ничего мы с вами сегодня не натропим, друзья, боюсь, что. Следы туда уходят. Заяц может и в кукурузе сидеть. Тут и косуля ходила. И куропатка вон есть. Следы-то есть ее. Куропаточные. Так что. И лиса тут есть. Что я думаю, надо идти обратно. Сейчас вот так пройду, срежу. Туда вот надо. Возвращаться. Да, мелкие такие, куропаточные следы. Зайчих нет следов здесь. Вот в чем беда. Да и не резон ему тут сейчас сидеть. Там вот, скорее всего, в лес уходит, по лесам.
где-то прячется. Да, не очень-то мне с погодой повезло. Пойду, наверное, спущусь я вниз на реку. Идти там все-таки попроще. Вот. Надежда на то, что мы зайца добудем, практически 0,1%. Опа. Хорошо. Ну, попробовали. Выходной день. Дома сидеть не резон. Вот прям не мется. Прям-таки не мется. Ну что ж, друзья, к сожалению, такую погоду, по такому снегу, по такому ветру зайца найти практически невозможно. Это 0,1% шансов. Тем более, что след-то он есть, но уходит. Приходил заяц вот на реку пить и потом уходит наверх туда, в сторону кукурузного поля. Вот. Сейчас вот его вот так вот вытропить, это нереально практически. Я иду обратно. Ну, зато прогулялся. Вот не сидится вот дома никак. Выходной у меня. Вот. Правильно вот говорят. Поймешь охотника тогда, когда пройдешь неоднократно. Надежды полный путь туда и безнадежный путь обратно. Вот это про меня как раз. Да и многие из вас также, я думаю. Ну ладно. Это что, я тут ходил, да? Ага, это я тут слезал. Все, сейчас туда иду. Дальше тут будет такое, она загибается. И может быть вдоль ручейка того пройтись еще. Посмотрим. Он сейчас ближе может к людям, даже где-то ближе к деревне сидеть запросто, за простак. Или в лес. Ладно, идем обратно. Хорошо бы залезть и не рухнуть где-нибудь. Опа, вот как я и говорил. Вон там внизу ручей журчит. Сюда влезу. Вот это ж я тут и ходил. И все. Обратно. Надо возвращаться. Ну, обратно дорога полегче. Ладно. Сегодня 1-0. Пользу зайца. Ну, я хотя еще до конца не дошел. Сейчас как выскочит откуда-нибудь из оврага. Ладно, потихонечку своим же следом.